have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Здорово! Сегодня мы с вами в гольфе. Это карта, которая у нас ни разу как-то не было. Ай, блин. Карта новая. Ну, мне кажется, что... Ай, черт. Это было очень плохо сейчас. И к тому же мы сегодня решили в гольф зарулить втроем. Это будет, я думаю, гораздо интересней. Да! Ну, вот типа того. Я завершил. Нет, Торнадо, я вас не люблю. Вы плохие. Чё ты Тора обижаешь? Тору надо. Да, есть, пап. Боги. Вдвоём завершили, красавчики. А почему нам показывают чувака, который не играет? Ладно. А, не, нормально, он играет. У него просто пригорело, он решил пойти водички попить. Здесь прям так жестко. Ну... Куда? Что? Что? Это куда? Куда это ведет? Я не понял. А, это была не короткая дорога, это был просто слив. Там... Давай, не, ну просто по нашим предыдущим записям, где мы играли в гольф, то у кота пригорало прям знатно. Да, он съел. Серьезно, прям такой бомбалейва? Да. Ну, там шел просто спор за второе, третье место, и под конец главное... Это же Сун Цзы, главное вывести противника из морального равновесия. Тактики ведения боя. Я умею. Да. Вывести противника из равновесия, это я могу. Морально. Нет. Морально. Черт, нет. О, блин, у нас как-то, я не помню, это было на записи или не на записи, фишка, когда... вылетели на соседнюю карту. И там можно было играть. Так, чёрт. Я птичка. Бёрди. Ой, это было сейчас отвратительно просто. Вот это кот, конечно, классно летает. А ты где там вообще? Ну, собственно, да. Классно. А... Меня обнулили, мне этот ход обнулили. Ну что-то вообще как-то, ну, даже не чувствую. Ты уже там, что ли? Я уже давно завершил. Вот и этот, редиска. Да как ты ж, не это же ж. Да, у меня только что такое было. Вот челику вообще не везет. Да-да-да. Ну, мы такие ворвались в середину матча, так что сейчас в любом случае мы не займем хорошие места. Ну, это такие отмазки, типа то, что мы так мажем. Вот. А потом, вот потом, да, вот потом. А вот потом? Ну, нет. Вот потом. О, кстати, у меня 14:57. Хорошо, будем, раз мы втроем зашли поздно, будем втроем соревноваться. Ай, клякс. Тихо. Немножко ждем. Вперед. Много было. Не, а у меня наоборот мало слишком. Есть? Да готово? Нет, это медуза! Да, это медуза. Что, у всех прям это такие проблемы вызывает? Очень. Да. Ты в сейве. Ну, практически, наверное, да. Да ты это видел? Есть. Видел? Дабл баги. Ну, пока чуваки... Опять этот чел за карту. Смотри. Я за этот 55-44 наблюдал, от него медуза там в пол микрона остановилась, там, наверное, потел, весь перепотел. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Даня, вау, вообще, конечно. Но он, конечно, вау, да. Ненавижу эту карту, ненавижу разработчиков этой игры, дай мне компенсацию. Нет, но эта карта реально бесячая. Ничего себе, простите. Сейчас их... А, они не завершают, да. Ваня и Даня. Ваня и Даня, да. Так, ну у нас с тобой, кстати, по 3 удара получилось. И кошак забил за 5. Да. Чел всегда... Я не перепрыгнул. Можно мне вернуть, пожалуйста? Тихо. А, там перепрыгнуть надо.
Да, я его тоже не знал. О! Почти! На сотку. Я заскочил на карту. С трёх ударов. Изи. Савыча. Это прям круто. Я пролетел над этой дункой. Над гнездом кукушки. Да. Так, все, медленнее, аккуратней. А, чё? У меня была очень заторможена эта штука, короче, с прицеливанием. Бывает такое. Да вы серьезно, что ли? А чё мне не отобразилось, сколько ударов? Я же уже... Вообще есть... плохо. Ладно. О, у меня три. Данилочкин, блин, ёлки-палки, чувак. Данилочкин, 4 килл, 4. Данилочкин, чей? Данилочкин. А почему там 4? Че? Не знаю. Да. 9? Ну, у меня 5, так что не сильно и лучше. Плохо. Так. И куда? А, вижу. Куда? А, плохо. О! Тихо. Давай, аккуратно. Опа! Да, звук! Нервы в коробочку. Нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вообще, такая? Конечно. Я так это просто вот, ну, да. Опять, это, конечно, артефакты все и сталкеры. О, нормально, я на базе опять. Я на два удара Стоп тебя! Попробуй медленно туда закатиться, а потом стартануть на трамплин уже. Давай на трамплин теперь аккуратненько. Вот. Давай. Не сможешь. Давай. Давай, быстрее. Тихо. Вот еще один человек, классный ник. Таких как такой же, как я. Гений с ником. И у него почему-то тоже какие-то дела с лисами. Я не знаю почему. У вас там тоже вот еще кто-то, по-моему, кто-то даже из модерации тоже. Почему еще 9 место? Я же. Кто у нас еще по лисам тащится из модераторов? Че? У нас кто-то. Да не по лисам, а по таким никам. А, ну да. Так, мне сейчас не сильно тоже важно, насколько я выживу, мне больше важно. А, ну конечно, да, песок, ага. Угу. Да. Ляксы. Давай. Забей. Нет, нет, не совсем. Привет, кот. А, я не докатился немножко. Как да, ты до этого докатился? Опа. Стой, нет, 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 нет. Я хочу за котом наблюдать. А, или он уже... Нет, не завершил еще. Возьми. Нет, завершил, красавчик. Я сейчас тут это с 24 забью. Вот кто изобрел кляксы, тому человеку просто нужно, знаешь. Руку пожать ему нужно. Я не успею. Нет. Давай, мы в тебя верим оба. Близко. Это было близко, да. Тимеран Олд. А прикинь эту карту с одного удара пролететь? После этого нужно идти покупать лотерейный билет. Ну, чё думаешь? А, здесь наоборот надо побольше скорости брать было. Ну, я можно думаю, там... Вот это... Столько. 80, хорошая скорость. Зря я так... Я, короче, поставил 97, слишком сильно стартанул. Отрикошетил от скалы и вот сюда упал, привет, вот сюда упал. И что тебе сказал скала? Главное. Самое. Сколько, 3 что ли, ёлки-палки? Я что, так могу? 3 удара? Сейчас, погоди. О, мне 6. Нет, 4. Один до туда, один до угла, один перелет и четвертый в лунку. Давай я посмотрю. Так, у тебя еще не показано. Я знаю, спасибо. Через 10 секунд покажет. Ну, либо если зачел сможет.
У меня немножко сомнений. Да, у меня тоже. Я не хочу, конечно, в нем сомневаться, но... Вот звук! Вот он, триллер. 4, да, 4. О, у меня 6. А, ну, в принципе, неплохо. Полетели? Ай, надо было рикошетить. Ого, вы там оттуда вылетаете все. О, ну да, да. Да. О, хорошо, хорошо, повороты прошел. Полетел. Спасибо, торнадо. Так, 57 сойдет. Не сошло. А где лунка вообще? В конце. Слушайте, что-то мне это не нравится. Отвратительный угол просто. В конце. А что, правда, что ли? Весь экран себе заляпал. Нет. 45. Хорошо. Да. Очень хорошо. А, здесь перепрыгивать надо, ничего себе. Нет, ты куда? Ну ты скотина, Миша. Ничего себе, тут надо он было вот скотина, так. Он не скотина, он скатился. Он реально скатился. Ну, кот летает, вот рикошетит от всего. Можно буст. Ёлки-палки. А я в сундуке, все, до связи. Где там этот конец да, уже сраный? Максималь... Нет! Бери максималку, красава. Спасибо. О нет, почти. Я смогу. Нет, не смогу. Можно больше. Ай, плохо. Ну, уже да, нет. Уже ну, все. Хотя бы... Да ну нафиг это. Ну, это было последнее. Это было последнее. А, все, типа? Ну, для этого, для этой карточки. Сейчас начнется новое. Чё-то вы, ну, мы вроде зато между друг другом, убили. Да, воевали? Ну, типа того. Не, ну я знаешь, говорю, как бы тут вот прям вот нет. Эта карта мне очень не зашла. Я не то, что прям вот часто плохо играю, но эта карта прям не зашла. Ой, так, крючок. А, поехали, может быть, куда? Куда хотим? Куда хотим? Я хочу на грейвьярд. Давай, там будет темно. Темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи. Шутки за 300, что? А, Кэндилэнд. Черт. Баунти. Ну, по крайней мере, в это я играл. Играть. Вперед. Ой. О, Аня, нормально. Ну, это как-то просто. Давай. Ты что, с первого уехал? Чё я? Нет. Я отрикошетил, укатился назад. Я мог. Да, это ладно, обидно. Вот со второго. Серьезно? Ты видел это код, да? Нет, сейчас, секунду, ты еще... Ты там? Ты не там? Все, я уже завершился. Ага, хорошо. Со второго, вообще. Я, кстати, мог с первого. Вы в тебя верили. Ну, там, если, в принципе, рассчитать два хороших рикошета, да, можно уехать с первого, но это сложно. Ну, в общем-то, как обычно. Нет, ай-яй-яй-яй-яй. Я по рандому на соточку. Вот, видели? Чувак уехал. Практически со старта. Да. Meet in time. Ну, он, видимо, хочет 10 раз забивать. На здоровье. Прикинь, если у него реально здесь не получится. Стреляй. Будет ржан. Так. Давай. Стреляй. 5 секунд. Давай. Спасибо. Так, ну пока идем неплохо. Почти все звук. Особенно я. Почти смог. Ай-яй-яй, да, почти что. А, привет. Ну, со второго. Давай. Ты это видел? Нет, ты куда? С чертового третьего. 53. До свидания. Вот это далеко улетел. Красиво, хорошо, качественно. 4. С 4. Ну-ка, сколько там у кого? Тут уже прямо у людей, люди подзаморачиваются, видно. А. Типа профессионал или играют? Не, типа много ударов. А,
Ничего себе, чего вылетел. Ага, это такой же, знаешь, психанул клюшкой, такой хыдыш, с куском травы просто. И мячик уже это, такой плюшкой. Как ковер-самолет. Да-да-да. Ну-ка, я... На каком я месте? В шестом? Блин. Кто тут кляксы добавил? Кто этот человек? Их не было. Три удара. И хана. Все. На сотку рискнем. Ну заедь! Четырех. Блин. Красава. Были шансы с третьего. Можно что-то такое тяжелое? Я болею за Фокса. А, то есть каждый выбирает себе любимчика из команды? Давай, да, давай. Фокс не смажет. А я поддержать-то его нужно. Почему, сказал Кубик. Почему? Потому что... Не, ну нормально играть квадратными объектами в гольф, спрашивать почему. Почему ты на третьем месте, а я на восьмом? Жизнь и... такая. О, рикошеты! Так, походу опять три удара будет. Нет! Офигеть! Вот это сейчас было вот подстава. 65. Я смогу! Съел интернет. Нет! Ты видел это? Привет! Ты это видел? Да, я тоже немного перескочил. Я не перескочил, я остановился просто поздороваться с этой чертовой лункой. Подожди. А! Я даже знаю, кто такой Данил 412-413. Кто? Там мой друган зашел. Привет, чувак. Нет. Если что, если ты нас смотришь, да, привет. Да нет! Что, может, на четверых переместимся? Он есть вроде здесь. Где? Итак, ладно, сколько у нас тут получилось? Эх, блин, вот это вот фиговое, вот это фигово, вот это фигово, фигово, вот это. А это я не люблю. А. Спасибо, да. Так. На соточку? Нет! Да! Меня чуть-чуть поправил этот барьерчик, но, блин, могло быть и лучше. Да ты это видел? Видел. Так, давай, Данил, мы за тобой наблюдаем. Ты перескочил. А ты потому что уже там. Я только что видел, как ты въехал. Big Like и Фокс... Да, Фокс у нас уже уехал. Человек. Человек. Егор. Он обязательно доползет. Давай, давай. О, у нас еще Мехмед. Мехмед. Мехмед 0-0. Бей. Да не. Произноси это еще один раз. Ударил. Это ж тебе не Битлджус. Мехмед. Нет, там ты ничего не вызовешь. Максимум Ладу Приору, ну ладно. О, второй лес. На месте? Красава. Что за неуважение? Я подам на эту игру в суд. Нет, нет, нет. А, не, ну еще нормально. Да, подай на игру в суд. А сейчас я вообще как-то, ну не это, ну вообще никудышно. Тормозни, тормозни, тормозни. Я понимаю. Все, на сотку я психанул. Ничего себе, я психанул. Да ну ты ж, ты ж. Что с пингом? Есть такое, кстати, пинг кто-то вот прям конкретно. Офигеть, что произошло. Хоть мы и на огромной дистанции друг от друга, но все равно... Как-то, да, наверное, Дискорд нас связывает. Меня так лагает. Нет. Ничего не происходит. О, мы верим.
Ну так погоди, ты же уже заехал, не? В общем, ты просто смотри на мой экран. Бомбану. О, красота. Я про это же. Попробуй перезайти. Да не, я не хочу потерять свой счет. Ты его не потеряешь, ты перезайдешь к нам, максимум одну лунку сольешь. Ну смотри сам, ладно, как хочешь. Это весело. Так, тебя сместили. Меня сместили, да. Я на восьмом месте. Я прям сплохала. Ой, что происходит, что с камерой? А, подождите, штуки здесь не постоянно? Да. Ну туда я полетел. Нет! Туда я полетел! Мне эти штуки между собой нафиг. Я тебя жду, когда синий уберется. Все, вперед. Ага. Не! Катись. Да как ты, чтоб тебя? На 25. Блин. Нет! Я такой же. Ай. Офигеть. А давай на 24. Болеем особо за Данила. Есть. Так. Он сможет. Как же смог. У меня что-то. Фокс остался и... И все. Все. Да, мой чувак. Он просто... Он просто второе слово своего имени, походу, реально. Не в обиду сам такое имя написал. Тем не менее, я со своим ником. Нем, нем, нем. Зачем что-то усложнять? Я просто промолчу. Нет, у меня были такие шансы. Были. Стой, тварь, ну стой были. Ты. Я просто одним рикошетом долетел до финиша. И там уже это, ну, прям вообще никудышно. О, давай, давай, давай. Ты прикинь? Ты это видел? Да. Вот так близко. А прикинь одним рикошетом пролететь? Да, было бы очень круто. Так я два поворота хорошо так прошел рикошетом, потом меня разворачивает, и я лечу в другую сторону. Это было просто отвратительно. Тимур. Не обязательно выживет. Моя игра просто, она отдыхает. У тебя крашнулось? Нет. У меня, если я буду много двигать мышкой, то потом в какой-то момент у меня будет хаос, а не экран. А минус интернет. Стой, нет, 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 а! Нет. Где я? Я родился. Умылся, побрился. Сколько там надо? Водичка. А если... Нет! Так, ладно. В ручеёк. Попытайся осторожно. А что это? О, в молочко. Yes. А 90 не хватило? 100 перелет, а 90 не хватает. 95. Ну ты видел, да, как я сделал? Я, к сожалению, был слишком увлечен. 95. О, 95. Надо 97 брать. Бедный, да Данила. Заедь ты уже, блин. Это просто козец. Здрасте. Вы тут рядом с ним. А вот он пролетел сверху. Вот. За сколько ты? За два приехал? Больше. Я очень много на первой части профилонил. Потом я смог долететь через весь трамплин, короче, сюда, до флага и... Офигеть. Прям в этот раз мы очень плохо играем. Видишь, как чел полетел? Ага, понял. А, ну, кот. Как кот полетел. Вот я также решил шибануться и... Да всё, я психану, я на максимум. Да... Ну, я на максиле тоже вылетел и нормально. Ты не понял, человек ушел просто сейчас из-за компа. Просто пошел пить с горя. Ребенок алкоголик. Бомбануло. Бомбануло. Ага, 50% это нормально, понял, все. Самое то, чтобы долететь до самого верха, ну, до верха хотя бы немного. Крутись аккуратно. Еще да столько всё, же. Я есть! Три! Да попил? Ну, я приехал, да. Я выйду! Да я сейчас перезайду! Вот угрозы, понимаешь, пошли. Поставь еще плохой отзыв.
А за за за. Спасибо за идею. Дизлайк. А Деамок Чан. Чувак, перезаходи скорей. Мне? Да, да, да. Нет, ну для, для честности нужно сказать, что у него реально просто жутко лагало. Я не знаю почему. Да, я реально там все, я перезахожу. Просто было два кадра в секунду. Не, у меня иногда этот исчезает. Интернет и все, и смерть. Да у меня. У нас, кстати, последние пару дней интернет очень фигово работает. Кстати, вчера видео вышло, если что. Очень поздно, именно потому что там у меня рендер шел и все потом сбилось к черту. Я увидел видос такой, типа, час ночи, самое время посмотреть. Хотел написать это, но такой, не, пойду лучше все-таки реально спать. Это была хорошая идея, я сам уже думал, я сейчас пойду спать и просто завтра опубликую, потом, ну к черту, все-таки попробую. Нет, привет. Меня почти хватит. Я даже зайти не могу по-нормальному. Я, пожалуй, так лучше сделаю, чем опять сначала увлечу. Сколько тут процентов? 30? Да, нормально, 27. Фух. 30? Да, нормально, 27. Ну, я так навскидочку, типа, оп. А вдруг? Нет, вот, видите, я... чел красный отрикошетил сейчас. А, вот это, да? Или погоди? Да. Ага. Ну, вот, короче, я также отлетел назад. Это страшно. Я чувак, там чувак, которого зовут Супер Дарк 21. Как я? Они там все кучка подлетали. Угу. Я играть не могу, это... Они в принципе не понимают. Ты уже три лунки пропустил, печалька. Так, чертов мостик. У меня 4 камеры. Называется? А? Прям так называется, да? Нет, это моя интерпретация вольная. Да блин, мне... на сотку не надо бить. Откидывает еще дальше назад. Я понял. О! Магаз, откройся. Вижу цель, не вижу преград. Ёлки, нём. Я стрельнул на упреждение, оно меня прижало. Мою игру крашнуло, в принципе, все. Ты это уже все? Не часть здесь канавный монстр. Я, походу, не смогу. Я, да, я почти все. Капец, там челик. Ху-ху. Он только стартан... А вот и другому щелику наоборот повезло. Нет, не повезло, слишком медленно реагирует. Он прям... Она открылась прям, когда он туда прилетел. Так, короче, я не закончу этот раунд. Почему? Официально это заявляю. Давай на 90. Бомбанет? Нет, нет, я тупо не успею. А теперь на сотку. Теперь на сотку. Я неправильный угол взял. Нет. Я неправильный угол взял. Все. Да. Короче, все. Приехали. Если ты настолько тяжело, что искажаешь реальность, ты промял под собой воду. Ты что такое? Кто ты? Ладно, 13-я лунка. Аж не почувствовал второй. Два удара. Вот это монстр. Да я просто отрикошетил назад, долетел до лунки чуть ли не вплотную. И следующим же ударом. О, Данила завершил. Иди нафиг просто. Кто сказал, что это спокойная игра? Где это написано? Никто не говорил, что... Ну, знаешь, нигде. Говорят, там играют в гольф, там, чтобы успокоить... Фиг там! По-моему, в Brawl Stars спокойнее играть.
Видел этого? Да. Супердарка? Не, это Дама-чан. Не, просто Супердарка этот всегда пролетает, короче. В надежде на то, что оно повернется, он от него отрикошетит, и оно два раза подряд. А, он на упреждение стреляется и не угадывает. Да, и оно именно в этот момент, когда он там пролетает, открывается и не тормозит его. Ну, это чисто рандом. Слушай, есть гениальная идея. Ай. Я понял твою гениальную идею. Прокатиться сбоку внизу. Ну так а я чё? Не-не-не, на сотку шибануть, короче, и норм. Я уже так сделал, я вылетел за карту, мне не понравилось. Бонь-бонь-бонь-бонь-бонь-бонь-бонь. Да. Ты за мной, да, следишь? Нет, я сейчас, погоди, а ты еще не там? А, вот. О! Вижу. Я до бонь-бонился. Себе розовый мячик купил? Нет, он у меня был. А, прикольно. А. Откуда это? Какой-то ивентовый или ты купил? Не знаю, я здесь первый раз. Второй ящик. Не, ну просто человек не может зайти первый раз с каким-то хорошим шариком. Дин-дин-дин-дин. Чуваку не дадут просто точно, закончить, смотри. Я знаю, один код крутой. Он просто в шоке в таком. А, и чего? У меня Roblox сломался нафиг. Блин, это печально. Понял, куда. Все, спасибо, до свидания, я полетел. Я даже сравнительно нормально обновить не могу. Да вы издеваетесь, друзья, товарищи. Нет! Меня в канаву отправили. В ГУЛАГ. Туда тоже можно. Ну лучше не надо. Да. Фух. Фух. Ладно, попытаюсь чуть поменьше. 77, я думаю, норм. Вот залететь вон. Так, где ты, погоди. А, вот вижу. Вот залететь вот сюда, куда ты сейчас только что прилетел, вот это очень трудно, если чем. Да? Ну, с трамплином и боковым ветром угадать очень трудно. Да, с ветром, да. Я просто еще и стал плохо, я на углу стал. Изначально. Угу. Что у нас там осталось? Еще 3 лунки осталось. Блин, чувак! Нам нужно хотя бы 3-е место, или с твоей, или с моей стороны. Что это такое? Мы не можем отдать 3-ку лидерства в этом матче. Играй. Я понял то, что когда у меня маленькая зарядка, то у меня начинается... Нет! Понял, все, спасибо за инфу. Пристрелочный выстрел был пристрелочным. Что не сразу... А, то есть нельзя все-таки с одного выстрела долететь до верха или что? Ну, я только что с одного перелетел оба трамплина, мне норм. Я вот не смог, он у меня не долетает просто. Оп. Ну, со второго, правда, выстрела, но смог. Там 90 с чем-то надо выкинуть. Ну, вот я тоже выкинул, я и сотку выкинул, все равно не долетел. Бёрди. Трик, у меня тоже. Так, давай, 2 лунки осталось, этот матч почти что сделан. Вусер? Вусер? Ну, первый чувак, его зовут Вусер. Или Тимур. Классно, ему чё? Ну, это который Тимур, да. Это у него скриннейм просто. Дисплей-нейм, мя-мя-мя, ладно. Кек, чебурек. Да! 3-е место заняли. Это не ты. Я знаю, что это не я, но нужно, чтобы кто-то из наших... Нужно, чтобы кто-то из нашей команды. Команды? Ну, да, в полосатых купальниках. Ясно. Опа! Фу! Просчитал! Yeah. Главное шоколад проехать...
Я шоколад просчитал, короче, так, чтобы ни одной пластинки на дороге не было. Это ты как-то что-то нелегально, нет. Погоди. Это очень даже можно. Это не сложно, это довольно-таки просто делается. Оп, эй! А так хорошо все шло. 80. 80, оно, конечно, 80, если подгадать. Есть? Нет, не 80. Блин, ни разу не 80. Тварь. Тынь. Тынь-тынь. А почему если... Вот это чело подпихнуло ближе к финишу сейчас. Я в молоко, в прямом смысле слова. Я вижу. Так красиво ушел. Я на сотке пролетел только наискось. Сраная сотка. Трин-трин-трин-трин-трин. Ну ты не успеваешь, мне кажется. Тварь! Если бы эта штука меня не сбила. Ой, это сейчас было прям... Ой-ой-ой-ой-ой. О! Третье место! Так я ж еще на прошлой катке, ну, на прошлой лунке это сказал. А, да? Да. И еще нет, кот такой говорит, что ты радуешься? Типа, не ты же на третьем месте. Я говорю, кто-то из нашей команды. Я это, ну, забейте, я не завершаю. А, нет. Нормально. Да я просто думал, я зациклился там, все, думаю, ну, она мне. Куда? Куда меня выкинуло? Ну, куда вообще надо? Они все... Блин... Какая-то идет прямо в лунку, а две идут это. Я вот полетел в какую-то, которая просто это. Я полетел в нужную. Везучий человек. Да поставьте меня уже на место, время идет. О, смотрите, я Данил почти догнал. Есть. Сколько там было? Раз, два, три. Четыре, наверное. Сейчас посмотрим. Так. Где кот? Ясно. Кот... О, мы третье и четвертое место, короче. Ладно, стабильно третье и четвертое место. Он снизу постучится, да? Кота выбило полностью. Кота выбило полностью, к сожалению, да. А я думал, он снизу постучится. Дно не пробито. Ну что ж, хорошо. Сигма у нас на третьем месте, я на четвертом, но меня это не расстраивает. А на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда. Всем пока.